на канале НТВ продолжается премьерный показ детективного сериала «Золото». В сюжете с 7 по 9 серию, выход которых ожидается 16 февраля, мы увидим, что пока Антона избивают в сарае Чолпанай, Гоша предлагает переправлять золото через их фирму в горшках с женьшенем. Чолпанай соглашается. Наталья предлагает партнеру, агроному Санаю, продать женьшень китайцам, а золото забрать себе, обманув и китайцев, и Антона. Затем адвокат сообщает Антону, что новый следователь собирается устроить рейд и захватить участок в тайге. Руслан все еще не доверяет Гоше и предлагает Антону от него избавиться. Накануне рейда Антон распускает старателей, и в лагере останется один человек – дядя Миша. Спецотряд во главе со следователем сжигает лагерь дотла. Руслан везет Гошу на встречу с Антоном, но по пути останавливается. Почувствовав опасность, Гоша действует на опережение и убивает Руслана. Антон, обнаружив труп помощника, избавляется от него, а машину сжигает. Аркен сообщает Антону, что Чолпанай золото не получила. На встрече Гоши с людьми Аркена на них нападают Алимжан с Умидой. В живых остается он один и попадает в СИЗО по подозрению в организации убийства. Антон его вытаскивает. Гоша показывает Антону найденную им Марту, в которой так много золота, что вдвоем им его не освоить. Премьера новых серий состоится 16 февраля на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.